Всем привет, с вами Макс Гюнтер, мы продолжаем играть в Warhammer 40 000 Regicide. На очереди третья миссия третьего акта, давайте, собственно, приступать к ней. Так, третий акт. И третья миссия называется «Нарушение. Найти и уничтожить». О, я помню, достаточно такая геморройная миссия. Не знаю, надеюсь, не удастся пройти ее с первого раза. Насколько я помню, там нужно будет четырьмя или тремя терминаторами убить, по-моему, около шести или четырех коней вражеских. Ну, в смысле, штурмбоязов. Curious. I sense another warp disturbance of the city. There may be more awkward boys. Or perhaps something else. Find the source and wipe out any orcs nearby. Whatever these disturbances are, they are more dangerous in the hands of the greenskins. Так, ну что ж, нарушение миссии, давайте приступать к брифингу. Что нам тут по ней дают? Библиарий Бальдесар. Любопытно, я ощущаю еще одно расстройство варпа в городе. Там могут быть больше орчих чудил или что-то другое. Сержант-терминатор Орфеус, ваш приказ, библиарий, найти источник и уничтожить всех орков поблизости. Орчих. Чем бы ни были вызваны эти расстройства, в руках зеленокожих они еще опаснее. Входящая передача данных. Братья первой роты прочесывают леса, прорываясь сквозь ряды орков с крайней жестокостью. Несмотря на то, что их всего несколько, орки не смогут ничего им противопоставить, ибо терминаторов... Ибо терминаторы всегда превосходят числом, но никогда не побеждают. Главная цель – уничтожьте всех орочих штурмбоязов. Второстепенно, не потеряйте ни одного терминатора. Условия поражения – все дружественные терминаторы уничтожены. Хорошо. Так, ну что, начинаем миссию. В общем, нам нужно уничтожить противника, при этом... довести до конца всех своих... тоже в целостности. В общем, своих тоже нельзя терять. Миссия достаточно сложная. Поэтому, когда будете играть сами, повнимательнее. Следите за передвижением противника. Zog, they see us. Down, lads. Termination. Moving out. Так. I will not be. My armor is supreme. Terminators hold the line. We're gonna keep them on the run. Попал. Попробуем сейчас его зажать в тиски и, собственно, убить. Но жрать его нельзя, потому как он находится под защитой другого штурмбойза. Так. Yourselves, brothers. I will not be moved. Rocket packs away. Решил свалить обратно, да? Down, lads. Так, давайте сходим наверх. Make them no moving out. What he's doing.
lull for a bit. Blast them! Попал, гад. We shall not fail. Always outnumbered, but never outfought. Такс. Terminators hold the line. Be gone! Нет, пока ничего не будем тратить, нафиг, лучше просто пропустим. Попробуем сейчас убить вот этого вот верхнего. Что-то так и думал, что он туда зашмульнет. И смотрите, даже ставил... Нет, заполнение было до этого, по-моему, там поставлено, все равно он пробил щиты. Скотина. Промазал. None shall survive. Termination imminent. Each of us wields the might of an army. Тебя, может быть, лучше бы стоило вот сюда вот встать бы. Ну ладно, чё ж теперь говорить. Your attack shall fail. Terminators hold the line. Такс, ближний бой опять. Еще один такой выстрел, и он закопытится. Скопытится, точнее. Это вот плохо. Shooting! Terminator reporting. Advance! Такс. Хорош, один готов из пяти. My armor is free. Seeking better ground. Хорошо. It is a fun fight. Так, нужно уходить, причем уходить. Вообще, хотя, нет, оставаться лучше не стоит. Они в ближнем бою тоже очень достаточно вообще много наносят. И рисковать не стоит, тем более мне вон броню сбили. Пойдем мы вот сюда вот. Yourselves, brothers. I will not be. The boss knows what he's doing. Heads down, lads. Lay low for a bit. Так. Подождем. В общем, пытаемся его выманить куда-нибудь к себе. This is a fun fight. Heads down, lads! Bombs away! Хорошо. Можно попробовать, в принципе, это вот сюда поставить. Как-то, чтобы развить, а то у нас один всего ходит. Терминатор. Если он не будет постоянно туда-сюда прыгать, иначе это будет ничья тогда. Moving out.
yourselves, brothers. Так. Но он задолбал, ё-моё. Хоть как-нибудь-то разнообразь свои продвижения. Так, сюда не поставишь. Сюда можно поставиться. Сюда можно. В принципе, кстати, смотрите-ка, неплохая позиция. Давайте попробуем. Мы хотя бы так сможем их обстреливать. Хорошо. Блин, он запарил. Так, сейчас сверху подтянем, будем с двух сторон его фигарить. Так вот. У него еще там техноброня, в общем, нормал будет, мне кажется. Да блин, промазал. Он заманал, ну ей-богу, ну хорош уже одно и то же это делать, ё-моё. Дурачок, что ли? Плохо. Плохо. Ну, в принципе, он всего одну снял. Тут тоже попал, гад. Хорошо. Priority target. Так. Отлично. Там вообще осталось у него жизни, блин, дунуть, он упадет уже. Это замечательно. Блин. The Emperor's finest standing by. Always outnumbered, but never. Главное сейчас не ступить нигде, а то часто бывало, что он меня залавливал как-нибудь случайно. Ну не случайно, специально, конечно, но это было неожиданно настолько, что даже об этом не мог и подумать. Так, осталось всего два штормбойза, это не может не радовать. Это очень даже замечательная новость. Let's go, Storm Boys! For a bit. None shall survive. Advance. Отойдем сюда вот. I will not be moved. Let's jump over him. И гад, смотрите, он сюда передвигается, ставя, в общем, себе. Ну, как бы. Прикрытие, да? Козлина. Так, сюда нельзя, сюда нельзя, сюда можно. Тут я был с двух сторон, как сосиска от доги. Можно так поставить. По-хитрому тоже. Тоже хитрить.
yourselves, brothers. We're gonna keep them так. On the run. Конвой, блин, сраный. Down, lads! Blast them! Make them no regret. Ну-ка, давайте-ка его сейчас тоже с двух сторон сейчас ему наломаем бока. Стоять-ка, правосудие, уродец. Он еще не сдох, да? Хотите сказать? Ну ладно. Terminators hold the line. My armor is supreme. This is a fun fight. Herzog, they seen us. Хрен. Сейчас мы всем раздадим вообще. Ну, конечно, двоим. Или, может, даже троим, послушайте. Сейчас, может быть, я даже и троих пофигарим. Так, сначала начинаем с тебя. Отлично. Осталось всего два. Так, это не достреляет. Хорошо, тогда вот этого давайте тоже. Козел, смотрите, опять ставит так, чтобы он был постоянно в защите. Вот урод. Козел. Так, подойдем вот сверху мы. Хотя, в принципе, мы видим, собственно, обе цели. Поэтому мы не будем никуда ходить, будем просто издалека их расстреливать. А вот ему придется шевелиться, чтобы ход сделать. Хорошо. Промазал. Так, ты у нас получаешь лечилку, хоть и промазал. И давайте-ка ему тоже щит поставим. Косой. We are the first company. Each of us wields the might of an army. Face judgment. Так. Отлично. Priority target. Промах. Опять он в этом сраном конвое. Ну не конвое, но вы поняли, в общем, когда они друг прикрывают. Хрен тебе еще разок. Space Marine Terminators always outnumbered, but never outfought.
Все, да? Отлично, остался последний Штормбойс. Но, блин. Your attack shall fail. The boss knows what he's doing. Все, он решил даже сдаться. Хорошо. И хотя это была, в общем, не в первой попытке нам удалось это сделать, но тогда я проходил сам и потратил гораздо больше времени, чем вот сегодня я записывал эту миссию. Все, последний. Ты дыщ. Ошметки просто от нее остались. Миссия пройдена. На этом все. Оставляйте комментарии. Если вам понравилось данное видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал на YouTube. Также вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Макс Гюнтер. Всем пока.